Советской русской публики. Не знаю, славянской, как сейчас. Мне очень трудно сейчас говорить относительно этих вот тем, потому что мы целый день смотрели телевидение ваше. Я очень поражен, конечно. Каждый раз приезжаю, каждый раз удивляюсь. Стандарт. Не стандарт, а некому идиотизму, то, что страна одна, почему-то, так сказать, придуманы какие-то Украины, какие-то непонятные, России. Страна-то одна, культура одна, язык один тот же, собственно говоря. Перси миллион, что сегодня передачу смотрел. Ну, смешно, честно говоря, тоже. Идиотизм пахнет. Скажите, пожалуйста, вот то есть на вашем концерте сегодня, ну, наверняка на всех ваших концертах люди очень молодые. Нет, не всегда. Не всегда. Нет, а у нас и 60 лет хоть люди, там, и даже и выше. Ну, вот конкретно сегодня в основном я наблюдала молодежь. Наверное, это случайность, возможно, нет. То есть, что вы хотите вот прежде всего рассказать своим фанам через свои песни?
Ой, нет, на такие вопросы мне, честно говоря, ответить нечего. Потому что любая песня, любой текст, он, как бы сказать, он самодостаточен. Вот как сказано, как это все спето, так больше ни слова не убавить, ни слова не прибавить, я считаю. А есть ли какая-то философская концепция песни? Ну, много этого. Дело в том, что если бы я к любой песне, допустим, что-то прибавлял относительно ее объяснения, там, про что она, зачем она, собственно говоря, тогда и песня не нужна была. Я просто сказал бы, зачем это делаю и что это такое. Вот. И тогда бы и не было, собственно, ни текста, ни музыки, там, ни продукта, собственно говоря, исходно. Угу. Грубо говоря, да? Зачем тогда это? Тогда это не искусство и не творчество, собственно говоря. Для меня вообще важно, собственно говоря, даже вот в последнее время я своих песен либо пишу очень мало, либо они такого свойства, которое я даже не выпускаю вообще. Вот. Потому что для меня важно, скажем так, подача. Кто накажет
круглое небо за души послушные ругали своего непослушного каждый день все дальше, все домой все лучше, новый мир все старше, каждый шаг все круче, вслед земному долу всадник усмехнулся, что дойти до дома, надо вновь проснуться, а у малиновой девочки взгляд открыли жестокника. Непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид от горящих окон индивидуют лица, животы жалеют о живой водице, смело по идее мертвому землице, моту Христу не оставится. А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем столько. Непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид. Из открытых окон прыгают наружу раненые звери с добрыми глазами. Детвора смеется, в детских лицах ужас. До смерти смеется, но не умирает. А у малиновой девочки взгляд отправили, чем старенька. Непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид для меня, непрерывный суицид. Слава война к тому Берлину, матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, лукавый выстрел покачнулся твой сынок. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Матушка, не плачь по сыну, у тебя счастливый сын. Большое, большое, словно кипение мозга.
песня, словно строчка, бегущая прочь, словно самый свет, словно вечный дождь, небесный кал, небесный кал. Наш идет последний, словно патрон, словно первый последний бой, словно всякий последний раз, словно первый вдох, словно первый шаг, небесный хай, небесный хай. Их не косы постучатся в нашу дверь, небесные веселые войска, однажды только ты поверь, маятник качнется в правильную сторону, и больше не будет, и времени больше не будет, и времени больше не будет, и времени больше не будет. Наше дело проще, словно память оторванной вражеской пули, священной народной войне, словно самый свет, словно смертный бог, небесный хай, небесный хай. И в нем косы постучатся в нашу дверь, небесные веселые войска однажды. Только ты поверь, маятник коснется правильную сторону, и времени больше не будет, и времени больше не будет, и времени больше не будет, и времени больше не будет. Наше дело геройское, словно житейское, что заслуженный пощечин, словно железная гвардия земли, словно наяву, словно на реке, небесный хай, небесный хай, небесный хай, небесный хай. Весна в одиночной белье. Под затопленными метрами дорогами прощениями многолюдными пустынями взволнованными взглядами оскаленными хуями и холодными вдохновищами. Весна, весна, одиночной пелене. Весна, весна, одиночной пелене. Сквозь зеркальные убежища славные запасы богохульные мыслишки и пропитые денежки обильно унавоженные кладбище и отговоры. Весна, весна, в одиночной камере. Весна, весна, в одиночной камере. Скорбно хриплая низкая сталь голосит во мне. Марина промышленно скорбно хриплая низкая сталь голосит во мне.
Yeah.
на нас карьеру знатенный тренд. А нас знатенный стяпушки непонятно ни хрена. Сквозь пасой, спасибо, наша закрепи засой. Дыши, конечно, хотел потом. Веселое время наступает, братова. Весенний дождик полил гастроном. Музыкант Селиванов удал их на шапон. Никто не знал, что будет спешено. Никто не знал, что всем так будет спешено. Маленький мальчик пошел по линиям. Так получилось, что он больше не живет. Так как не он намазал маслом кусок, пожевал, запил и поставил висок. А пока он ел и пил из стакана, это слышав упал, убился из окна. Ой-ой-ой, задавал капкан, еще один зверек упредал нашим рукам. Мир пробудился от тяжелого сына, и вот наступила еще большая весна. Хотя он сидел, застонала кровать. Такое веселье пустоем твою мать от своей авторушки я с тобой поплачу. По дороге услышит, шел каждый мужичок. Завтра кушанный обед, мужичок мёд, а мы еще нет. У нас слово лепа, а свистит фокусы. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Веселое время наступает, друзья. Ой-ой, веселей некуда. Ой-ой, веселей нельзя. Ой-ой, веселей некуда. Ой-ой, веселей нельзя. Счастье моей воды, грязный бинт и одно за одном. Грязный бинт и одно за одном. Я увидел день, я видел в небе там, кто так ходит. Я увидел день, нуждающий, как о восковые дни. Грязный бинт и одно за одном. Грязный бинт и одно за одно. Запретите мне, я ношу на одном и том же. Запретите мне, и все равно уже кайф пошел. Грязный бинт и одно за одно. Грязный бинт и одно за одно. Потыкаюсь на ровном месте, все наоборот. Вот счастье моей вины, грязный бинт и одно за окном. Грязный бинт и одно за окном. Как это делается? Вот мы сейчас записали альбом, который так и не выходит, может даже и не выйдет никогда, называется «Звездопад». Ну, это советские песни 60-х, 70-х годов начала. Вот. Но наше законодательство, к сожалению, очень странное, особенно в последнее время. Приходится сейчас платить авторские права там и так далее. Причем некоторые авторы, оказывается, просто не желают, допустим, давать авторские права на издание песни. В результате почему? Чего? А? Просто не хотят. Ну, потому что мы группа как бы андеграунд и не вписывается. Ну, скажем, есть такое понятие, вот это вот, мне, честно говоря, не нравится, но оно модный формат, их формат вот, мышления, скажем, да, или там подача этой песни. Подожди, мне задают вопрос, я буду подключаться, можно? Да-да-да, конечно. Вот раз не дают права на исполнение своих песен советские композиторы тебе, да? Всякие танечи, композиторы, да. То, а как же получается, вот я говорил уже, что ты дал права на исполнение своих песен другим, получается? Вот как так?
Тебе не дают, а твои песни сейчас исполняют кавер-версии. Я не буду говорить, что, они, скажем, не дают мне права. Вот. Но это сейчас вопрос решается. Но у меня такое ощущение, что, видимо, часть из них не даст эти права. Вот. Для меня это нонсенс, собственно говоря. И это еще раз, вот, мне хочется советское вот, время вспомнить, потому что тогда не было таких даже вопросов. Есть там права, нет права. А какие песни там должны быть? Я сейчас отвечу, кстати. Относительно вот, собственного творчества, я считаю, что мои песни мне не очень принадлежат, потому что я как бы... Я вчера даже говорил в личной беседе, я считаю, что я, ну, транслятор может быть хороший, определенных энергий, идей там, и так далее, и так далее. Вот. А то, что получается, оно мне не принадлежит. Во всяком случае, я сейчас такую песню сочинить, как вот раньше, не могу, я сочиняю другую, потому что я меняюсь вот, время от времени. То есть сейчас сложнее творить, чем тогда, когда вы были запрещены? Когда было легче петь? С точки зрения конъюнктуры того времени, конечно, легче было тогда, потому что все, что было против, это на ура шло. Более того, тогда методы борьбы они были гораздо легче. Тогда были маты, грязная музыка, там, грязные там, тексты, панк-рок и так далее. Сейчас гораздо сложнее, потому что все легально. Собственно говоря, вот, когда просто рок у нас разрешили, тогда стали бессмысленны всевозможные команды типа Алисы там, и так далее. Потому что тогда это был андеграунд какой-то. После этого стало просто эстрада и попс. Вот, ну, коим оно и являлось всегда, и является, и сейчас, собственно говоря. А сегодня он помогал как-то, да, получилось? Ну, конечно, да. А сегодня на концерте получилось так, я так понимаю, что некоторые песни из того «Звездопада», который, возможно, будет неизвестен, не сегодня звучали, по-моему. Да, он звучал, да. Ну, пару песен я спел. Мне, честно говоря, у меня такие ассоциации с этим последним альбомом. С одной стороны, приятные, потому что я считаю, что сделал, ну, может быть, один из лучших альбомов вообще вот за все это время, за последние, ну, десятилетия, может, или пять лет последних. Вот. А то, что он не будет выходить, мне, честно говоря, наплевать, потому что если он не будет выходить официально, он будет выходить пиратски. Вот и все, собственно говоря. Честно говоря, меня это очень порадовало. На сегодняшнем концерте. Ну, он будет ходить, вот это порадовало. Вот, ну, эти песни, именно вот эти песни. Ну, на концертах, может быть, петь не буду, потому что, может, они там какие-нибудь бандиты придут, будут меня там запрещать. Ну, хорошо. Но он будет ходить среди своих там. Вот. А это, знаешь, среди всех, вот и все. Ну, как это было вот, во времена там до 85-го года, до перестройки. Распространял там фьюз откуда-нибудь еще. Ну, вот так и будет и дальше. Вот. Ну, значит, новый, так сказать, виток нашего социума. Как платил мне Снайка за свои вопросы, что снял последний свой патрон. И чему посмеялся сам коматроза, перед тем, как сижу, вышел пёрнулый шалкон. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает моё поражение, это знает моё торжество. Это знает мое положение, но знает мое торжество. Как бежал за солнышком слепой Ивашка, как садился ангел на плечо. Как власть оплавилась последняя рубашка, как и что обрел от меня улетящий башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Партизан спалил пизду родную гаду, завязался в узел и мешок. Эх, распирает изнутри веселую гранату, так чем всегда кончается вот такой стишок. Это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Макет оказался сильней, последний кораблик остыл, последний фонарик устал, а в горле стопят, кроме вас, поминали его.
наших не зря села глаза. О, моя оборона, трудный мячик нелепого мира, солнышко зайчик тесного мира. Спасай мир, победил, ликует ковторный набат. Кому нужен лоб, ты ее высшего неба. Моя оборона, солнечный зайчик без зрячего глаза. Моя оборона, травмный мячик нелепого мира, солнечный зайчик тяжелого мира. Космосовый мир победил, ракет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал. Вот эстафетку я воспоминаю. О, моя оборона, солнечный зайчик без зрячего глаза. О, моя оборона, травный мячик нелепого мира. О, моя оборона. Насекомые пошутся,
давно не тонет на потене в крови. Повсюду честные порядочные люди. Да каждый родился ментом, да каждый родился ментом. Урока божества внимаете в греки. Развёвшийся в нашей ухмыляется борщ. Насекомое стерпит всё. Самоконтроль, и самоконтроль. Трёкся всё, как пустая, а смерть замёрз и дома. Трёкся всё, как пустая, а смерть замёрз и дома. Замёрз и дома. Раба Божьих, это я и ты. Раба Божьих, это я и ты. Вот оно как. Вот оно как, во веки веков, во веки веков. Во веки веков, во веки веков. И мешочка с мятой бумажки заклинаю, заклинаю. Сожжу яичку, снимут и пламя, пыльный камень, увеличь нас прочь, а слой на тоне, мясистых кочей, каменистых речей, отопили музеев, пепель комментариев, отпали пролетариев и прочей жизни. Гололёду таким мой себе. Автомат разжевал мой смех. Насекомые, насекомые. Насекомые, насекомые. Поле сухо,
ищет дурачок в глубине себя. Будет дурачок по лесу, ищет дурачок в глубине себя. Сегодня я воздушный шариков куплю, полечу на них над расчудесной страной. И буду пухлотать, буду землю менять, и на все вопросы отвечать всегда живой. Будет дурачок у него, ищет дурачок в глубине себя. Будет дурачок у него, ищет дурачок в глубине себя. Светило солнышко и ночью, и днем, не бывает от иска такого под огнем. Да кишит слепой, победит ничтожный такое им смело. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок в глубине себя. Ходит дурачок по миру, ищет дурачок себе и себе. Кто умеет нам летать сквозь дыру в моей голове?
сквозь дыру в моей голове, сквозь дыру в моей голове. Только музыкой, собственно говоря. И дело в том, что то, что я делаю, это вообще не песни, не музыка, это нечто другое. Ну, ты не собираешься, например, не пишешь ли ты прозу? Пишу. Дело в том, что мы много чего делаем. Но она не сдается. А что? Можно подробнее? Что вы имеете в виду? Ну, я хотел, допустим, снять бы фильм, но это стоит огромных денег, как выяснилось. Раньше это можно было, но я в момент упустил. А? Не реализуется? Это невозможно реализовать, потому что это огромных миллионов долларов стоит. Я бы снял, допустим, игру классики. Mm-hmm. Вот. Я причем знаю, как это сделать там, и так далее. Но вот... Кстати, а желание уехать. Ну, это нереально, поэтому об этом говорить как-то смысла не имеет, собственно. Юра, а желание уехать никогда не было? Нет, не было. Ну, в принципе, есть, конечно, вот,
такая идея. Но если я просто... Я считаю, как, так сказать, есть такая пословица, где родился, там и пригодился. Вот. И недавно по телевизору сказал, поэтому я цитирую, как бы, считаю, ну, телевизор, вот, нет. Ух, там, может быть, недельной давности. Вот. Если я здесь родился, пока я что-то могу делать, я должен делать именно здесь. Несмотря там, на там, всевозможные там, там, гадости, там, препоны, ну все что угодно, там, хорошо, плохо, там. Все это меняется, на самом деле все остается так, как оно есть. Вот. Если ничего другого не остается, ну я бы приехал куда-нибудь, допустим, ну, в Новую Зеландию или там, в Эквадор какой-нибудь. А выступал где-то вот за пределами России, ну, Советского Союза? Да, играл в Германии, в Америке мы играли, в Израиле ездили. А сейчас есть какие-то планы поездить еще? Ну, есть, конечно. Будет? Не знаю, ну будет, конечно. Не, ну мы постоянно где-то ездим, играем везде. Что вы читаете, что вы слушаете? В Бразилию, может, поедем. А? Что вы читаете, что вы слушаете? Ой, читаю очень много и слушаю очень много. То есть, ну, нужно очень конкретно задавать, потому что у нас, ну, фонотека, это огромные тысячи пластинок, компактов, там, записей всевозможных. Начиная от этнической музыки, кончая авангардным, современным, и классическим, и всевозможным, шумовой музыкой. Ну, я могу очень много говорить о том. Новый проект с братом Сергеем, он будет отличаться от той гражданской обороны, которую мы... Это не проект, это, собственно говоря, как ни странно, мы вернулись к тому, с чего начинали. Я начинал, когда я хотел собрать первую команду, вот посев, даже еще, до посева, это был 82-й год, я играл у Курехина тогда, вот, на бас-гитаре. Собственно говоря, и слушали мы тогда в основном либо шумовую музыку, noise, либо ноль музыку, это такое было тоже движение, либо Rockin' Opposition, это Recommended Records, Fred Fried, Cutler там, и так далее, and Company. Это... Я могу очень долго про это говорить, Taxi Damon там, и так далее, там, Residence. Вот. Получилось очень странным образом, что, собственно говоря, вернулись к тому, что начинали. В то время мы играли вместе, это был... команда называлась Оркестр нелегкой музыки, это был я, брат, я причем такой подчиненный имел, так сказать, это, как бы сказать. Не, ну это ж никто роль. Не слышал. А? Почему? Слышали? Почему? Есть. Да? Ну, редкие записи, но есть. Просто, ну, как бы они не издавались таким массовым тиражом. Как... Они вообще никогда не издавались. То есть они... Это был 82-й год. Вы сами представляете, что это такое. Ну, вот. И мы, собственно говоря, как бы вернулись к тому, чего начинали. То, что мы сейчас делаем, это, ну, в принципе, это Rockin' Opposition и Noise, такой современный. Девушка.
Вечность пахнет и нефтью,
знай, сладко ты меня пьёт. Словно видишь это больный свет, словно видишь это больный свет, словно видишь это больный свет, словно бальца на русская поле эксперимента. Русская поле эксперимента. Русская поле эксперимента. Русская поле эксперимента. Нас тяжело быть излишним, подобно мне. Нас тяжело быть любимым, подобно тебе. Нас тяжело быть глобальным, как ученый. Обратаясь к истине, найти сторону. Искусство быть постановлением.
Словно видишь, это больный смех, словно видишь, это больный смех, словно палец она.